щелчки не подходят. Откуда ты знаешь, каким должен быть звук? Смотри. Ух ты, как ты это сделал? Маленькое чудо. Благодаря тыкве для эхолокационного общения я в скорости научу дельфинов говорить. Ну, для дельфинов это что-то вроде азбуки Морзе. Если они поймут мои щелчки, мы сможем обучить их словам, сотням слов, целому языку. Если сработает. Ты щелкаешь и щелкаешь, для нее это как китайский, она тебя не понимает. Да, но пока. Зато скоро они будут рассказывать свои анекдоты. Ага, только мы с Майей к тому времени уже состаримся, а возможно даже и умрем. Ты оптимист, парень. Доктор Рикс. Доктор Ванхоф, какой неприятный сюрприз. Будьте снисходительны к мальчику. Неудивительно, что он совсем не верит в сказки. Скажите «бу» мышиному доктору. Точно. Мы его любим. Что заставило тебя покинуть логово? Я отправляюсь в Сидней на конференцию. Буду делать доклад о летучих мышах. Рейс отложили на сутки, и доктор Блендель была столь любезна, что пригласила меня погостить. Она и впрямь очень любезна. Я рада. Так приятно видеть, что вы общаетесь. Да. Мне даже повезло, и я увидел новенькую игрушку доктора Рикса. Но вопрос. Кто спонсирует эти, так сказать, исследования? Уж не марсиане ли? Альберт, ты ныряешь? Нет. Извини, но я терпеть не могу аппаратов для дыхания. Какая досада. А мы отправляемся посмотреть на кораллы в Монакей. Перспектива провести пару часов на лодке больших опасений не вызывает. Солнцезащитный экран есть? С моей-то кожей, ну разумеется. Ну, а если честно, то я не очень хотел бы быть помехой. Что ты, мы будем только рады. У нас полно места. Это напрасная трата времени и денег. Почему бы ему не смириться с простой истиной, что дельфины не способны логически мыслить? Думаешь, ты все знаешь о моей работе? Еще немного, они начнут мне отвечать. О, диалоги с дельфинами, да, впечатляет. Надеюсь, они расскажут тебе правду о своих внеземных предках. Ты какой-то недоделанный. Думаешь, им нечего сказать? Я обучу их английскому. Можешь понаблюдать и сам убедишься. Флиппер. Брайан Уимер. Колин Флинн. Пейтон Хасс. Джессика Мари Альба. По мотивам телесериала Рика Браунинга и Джека Каудена. Ты пригласила его? Всего лишь на день. Разве это проблема? Да просто он раздражает меня. Вряд ли в мире есть еще люди, которые так меня раздражают.
Кит, ты ведешь себя как маленький ребенок. Поверь мне, я разбираюсь в людях. Стоит ему показаться поблизости, и меня начинает колотить. И не рассказывай мне о том, какой он выдающийся. Плевал я на это. Этот парень сущий дьявол. Только потому, что предпочитает дельфинам мышей, я это уже слышала много раз. И что это за манера такая? Ни слова не может сказать, чтобы к тебе не прикоснуться. Злишься за то, что он положил мне руку на плечо? Уверен, что он не моет руки после общения с мышами. Я тоже играю с Игги. Если тебя устраивает, и ты хочешь, чтобы я помалкивал, держи его от меня подальше. Ладно, договорились, расслабься. А как тут насчет прохладительных напитков? Я покажу тебе, где мы держим воду и газировку. Вот в этом контейнере. Риф Мона Кей 10 лет был в запустении. Кит исследует состояние кораллов. Температура воды зависит от солености. Риф умирает. Кит должен придумать, как его спасти. Это похвально. Я аплодирую. Обойдемся без твоих восторгов. Тим, следи за глубиной. Какова сейчас максимальная глубина? 19. Время погружения? 40 минут. Не забудьте, что на глубине 5 метров нужно сделать остановку. Давление 220. Держитесь подальше от кораллов. Там очень сильное течение. Я даже не знаю, насколько они могут быть опасны. Ясно? Да. Ну, отлично. Пошли. Дай 5. Дай-ка поправлю. Долго еще? 15 минут. Все хорошо? Да, почти. А где Кит? Тим, следи, не появится ли Кит. Понял. Диана, достань запасной баллон кислорода. Ясно. Скорее. Кит на борту? Нет. Тогда я вернусь за ним. Ты не можешь.
можешь? Нет, могу! Я должна! Поднимайся! Он думает, я еще там! Нет! Держи, у него заканчивается воздух! Пусть вызовут бригаду скорой помощи и подготовят декомпрессионную барокамеру. Ты в порядке? Вызывай берегу на экстренные ситуации. Необходима срочная медицинская помощь. Подготовьте декомпрессионную барокамеру. Сюда. Осторожно, вот так. Кит, держись, мы уже на берегу. Держись. Я поеду с ним. Алексис, держи. Хорошо. Так, осторожно. Спасибо. Взяли. Можно? Все. Поехали. Вы жена? Нет, мы вместе с ним работаем. Мы друзья. Куда его везти? Камера там. Доктор, можно? Да, проходите. Он быстро приходит в норму. У него закончился кислород. На голове серьезный ушиб. Получил его уже на палубе. Во рту была кровь? Да. Поздоровайся. Я просто с ума схожу от твоих рыжих волос. Доктор Рикс, ты ничего не знаешь о моей работе. Я на грани потрясающего научного открытия. Он поправится? Камера поможет стабилизировать давление? В настоящий момент сотни воздушных пузырьков пытаются закупорить артерии. Надеюсь, что вред его сердцу или мозгу они причинить не успеют. Он новичок? Нет. Он опытный ныряльщик. Я была его напарницей. Мы разделились. Новости такие. Олени рога,
И кораллы рогатковые, прямо как на дорожках растут. Выше почти на сантиметр. Да, и еще. Знаешь, в следующем месяце мы с тобой приглашены на конференцию в Новый Орлеан. С просьбой прочесть там доклад об эхолокации дельфинов. Не думаю, что им интересна я. Они хотят узнать, как продвигается изучение языка дельфинов. Ты сидишь за моим столом и трогаешь мой коммуникатор? Я его усовершенствую, братец. Не называй его брат. Да, он этого не любит. Перестань смешить меня. Что ты в этом понимаешь? Чтоб ты знал, я считаю дельфинов прекрасными и являюсь одаренным инженером-механиком. А не пошел бы ты подальше? Сначала поговорю с дельфинами. Ты Бэтмен недоделанный, который называет дельфинов безмозглыми. Нет, неправда. Говорил, что они не умнее обычного ежа. Нет, клевета. Поможешь мне? Эй! Что ты делаешь? Вайнхаф починил эту штуку. Дайте мне рыбки. Славная работа, доктор Вайнхаф. Вы это сделали, у вас получилось. Заговорил. Я как раз ребятам рассказывала о всех твоих знаменитых рекордах. О самом глубоком погружении. А теперь все вот так. Почему ты всегда неосторожен? Это так ужасно. Не плачь. Ты обращаешься к человеку, который без сознания. Едва ли такой подход можно назвать научным. Альберт, неподходящий момент говорить о подходах. Сейчас надо верить. Все хорошо. Послушай. Нет, это журналист из «Таймс». Уверена? Уже 100 раз звонил. А что хочет? Поговорить с ученым, который научил флиппера говорить. Доктор Вайнхаф? Да, это я. Называется аппарат для коммуникации с дельфинами доктора Вайнхафа. У меня личный разговор. Нет уж, дорогой, это мой коммуникатор. Что ты с ним сделал? Я сделал так, чтобы он работал. Что именно? Да просто объединил широкоугольный и пару микрофонов. И как следует все прочистил. Ужин готов. А как же я? Где моя еда? Ты хочешь есть? Да, я умираю с голода. О, ну. Надо его выгнать. Но он такой милый. Он сделал с коммуникатором что-то плохое. Нет, он научил флиппера говорить. И? Пармезан. Помоги мне. Прости, но я занята. К черту все, ты работаешь на меня. Это, наверное, Альберту. Теперь, когда мы научились говорить с дельфинами, мы будем прикреплять к ним бомбы и направлять на конкретные цели. Это быть первым говорящим дельфином? Сплошная головная боль. Твои друзья, которые живут в Болл-Харбор, они счастливы? Следующий вопрос. Дельфины разговаривают не через рот, а при помощи дышла.
Дед, ты мешаешь мне давать интервью. Пошли-ка. Флиппер, не нужно больше говорить. Почему? Я тебе надоел? Флиппер! Другие дельфины тоже умеют разговаривать? Или Флиппер у вас один такой болтливый? Флиппер, скорее, перепрыгивай через ограду. Надо поговорить. Эй, вы ученые, вы знакомы с Альбертом Ван Хоффом? Что-то не так. Давление еще низкое. Вы же не считаете, что это нормально? Это ненормально. Сделайте что-нибудь. Сейчас сюда едет главный врач. Прошу вас, ради доктора Рикса, не стоит нервничать. Да. Извините. Сплошная головная боль. Что, не нравится? Я приношу великому ученому свои извинения. Не вините меня. Привет, Кит. А где Пэм? Ты не должен говорить ни с кем, кроме меня. Происходит что-то очень плохое. Ты должен быть с Пэм. Вот, пожалуйста, возьми это. Отнеси в Монокей. Пусть побудет там, пока не скажу принести. Кит, Пэм тебя любит. Это было на мосту. Я там бегала. А ты остановился, чтобы со мной поговорить, уже не помню о чем. А потом мимо проехали две девушки на велосипедах. Ты отвлекся от нашего с тобой разговора и внимательно проводил их глазами. И именно в тот момент я неожиданно для себя поняла, что ты можешь разбить мое сердце. А через несколько дней я слушала твою лекцию. Такой удивительно увлекательный рассказ. Ты отвечал на вопросы студентов так... будто они задавали их впервые. Помню, я подумала, как человек с такими убеждениями и взглядами может быть таким любвеобильным. И этого человека я... Кит. Кит, пожалуйста, вернись. Где ты был? Я бегаю от Альберта Ван Хоффа. Да. Он шпион. Кто? Альберт Ван Хофф. И чей он шпион? Я не знаю. Не кубинский же, у них своих шпионов полно. Знаешь, зачем им дельфины? Прикреплять к ним бомбы. Направлять их на цель. Альберт пацифист. Выпей. Моя голова. Нет, не хочу. Я люблю пластик. В смысле посуду. То, что я сказал Иван Хофе, правда. Ты пришел говорить о нем?
Но тогда, я думаю, тебя интересует что-то помимо Ван Хоффа. Флиппер рассказал твой секрет. Правда? Надеюсь, что да. Скажи мне. Он сказал, что ты меня любишь. Верно, люблю. Ну, а ты меня? В чем дело? Нельзя отвлекаться. Он здесь. Кто? Ван Хофф явился за устройством. Да нет же. Ну и где оно? Ты подлец и злодей. Спасибо за комплимент. Они у меня. Ваши детишки. Помогите! Спасите! Спасите! Я предлагаю тебе обмен. Флиппер и коммуникатор на детей. Привет, Кит. Неси коммуникатор. Нас ожидает сделка. Возьми фургон. Встретимся в институте. Кит, у нас мало времени. Не останавливайся. Поторопись. Флиппер! Там Ван Хофф. Чуть-чуть, Кит. Минутку. Привет, девочки. Флиппер, привет. Нам надоела макрель. Мы хотим тунца. Он думает, что может говорить с пришельцами. Кит, Ван Хофф гений. Нам кислорода нам маленькому мышей. Нам надоела макрель. Мы хотим тунца. Кит. Как-то ночью мы вместе смотрели на горизонт, и Куба казалась такой близкой, что ее можно потрогать. Отличный бросок!
Вайнхоф надел акваланг. Он идет за прибором. Мы защитим его. Торопись. Догоняй. Коммуникатор. В надежном месте. Приятель. Вайнхоф. Ты никудышный ученый, дружище. Я знаю, где прибор. Я очень скоро найду его. Кит, за мной, быстрее. Просыпается. Как ты себя чувствуешь? Как будто вчера напился. И сколько я здесь? 6 часов.
окажется все 6 недель. Как ты? Тебе не повезло, но ты справился. Мы так переживали. Там очень сильное течение. Я потеряла свой пеленг и не смогла тебя найти. Прости, Кит. Прости меня, пожалуйста. Прости. Ничего. Все в порядке. Честно. А ты что-нибудь слышал? Мы по очереди рассказывали тебе истории. Не знаю, слышал или нет. Не помню. Но зато хорошо запомнил сон, который приснился. Знаете, он был потрясающе реальным. Ты расскажешь мне? А где Бэтмен? Только что уехал в аэропорт. И, кстати, он очень за тебя переживал. Неужели? Честное слово. И рассказывал истории? Да, почти час. О превосходстве своего сонара летучей мыши. Мы чуть не уснули. А мне это показалось интересным. Нет, правда. Привет. Ты как? Ну, еще болит. Ничего удивительного. Заживать будет 2 недели, если не больше. Так долго? Знаешь, это был достаточно страшный опыт. Да, для всех нас. Привет, Флиппер! Флиппер мне тоже снился. Флиппер всегда тебе снился. Мне бы не понравился сон, в котором дельфин меня не спас. Это ты знаешь. О, мы вместе работаем. С тобой я вижусь чаще, чем с кем-либо, включая Майка. И я знаю, что ты скажешь до того, как ты об этом подумаешь. Теперь всегда буду молчать. Знаешь, когда я лежал в камере и под водой, и в том приснившемся сне, ты все время была со мной. Правда? Я решил пока отложить эксперименты с коммуникацией. Почему? Дельфины — это часть моей жизни. Идея обучить их языку, конечно, очень заманчива, но они могут пострадать, если научатся говорить. Это опасно для них. Понимаю. Умница. Но ты ведь не это хотел мне сказать. Он и мудрейший. А что я хотел сказать? Что любишь меня? А я тебя. Любишь? Люблю, да. Мы же друзья, и я этим дорожу. Я тоже. Не хочу, чтобы с тобой что-то произошло. И с тобой. Хорошо? Превосходно. Мне пора. У меня лекция. Да, иди, а то опоздаешь. Увидимся. Давай. Переведен и дублирован отделом кинопоказа телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал».